Итак, всем привет, дорогие друзья! А сегодня у нас с вами такой необычный формат видео, необычный ролик. Сегодня, ребят, мы с вами будем выбирать игру, можно сказать, десятилетия, с 2010 по 2019. Ну, почти, ребят, почти игра десятилетия. Будем выбирать, что же вообще, какая игра наиболее интересна, ребят. Опять же, это сугубо лично мое мнение. Я выбираю игры под себя. И поэтому, конечно, вы можете поспорить в комментариях, кому что больше нравится. И, кстати, да, ребят, сегодня будет, вы, я думаю, уже заметили, видео будет без вебки. Будет такой лайтовый, просто такой лайтовый видос. Немножко с вами поговорим про игры и повыбираем игрушки различные, интересные. В некоторые я, ребят, не играл, но некоторые видел прохождение, видел обзоры, поэтому буду уже как-то что-то, где-то что-то видел, где-то что-то поиграл, смотрел прохождение, и, ребят, сегодня будет лично мое мнение. Устраивайтесь поудобнее, у нас сегодня будет 64, ребят, игры. И, точнее, нет, не 64, а 128 игр получается. И сегодня, да, ребят, выберем, что же интересненького. В общем, ребят, устраивайтесь поудобнее. Видео будет, скорее всего, на полчаса. Может, это будет кому-то интересно. А мы с вами начинаем. Ну что, давай смотреть. У нас первый такой батл. Кстати, сайт довольно-таки интересный. Он, конечно, тут то ли японский, то ли китайский язык, я не знаю. Но на английском нам здесь перевели, поэтому в этом плане все хорошо. И да, ребят, также пишите в комментариях, какая, по вашему мнению, игра самая-самая лучшая, ну, за период этого десятилетия, почти десятилетия. Поэтому погнали, ребят. Ну что, у нас тут Super Mario Odyssey против Forza Horizon 2, ребят, 14 года. Ну, в Марио я не играл, конечно, играл раньше на Денди, много, я думаю, кто играл в эту прекрасную игру. Но, я так понимаю, это версия для ПК. А, Nintendo Switch, да, ребят, вот написано там, видите, да? Nintendo Switch. Но, не знаю даже, я ее не видел, не знаю, говорить, врать не буду. Ну, Forza Horizon 2 я видел, отличный такой симулятор гоночек, так сказать. И здесь я, конечно, выберу Horizon 2, поэтому она, ну, как-то поинтереснее для меня, что ли. Поэтому Horizon 2 выбираем. Идем дальше, ребят. Продолжаем дальше. Fallout New Vegas и Outer Wilds какой-то, не знаю. Какой-то, судя по всему, такой дешевенький проект, да, судя по картинке. Я не играл в эту игру, но здесь, конечно, Fallout New Vegas. Я как-то смотрел даже прохождение, это было давно. Ну, Fallout есть Fallout, ребят. New Vegas — это нормальная тема, поэтому, конечно же, выбираем Fallout. Ребят, опять же, я голосую лично, это лично мое мнение, поэтому у всех мнения разные, поэтому лично мое мнение, ребят, возможно, кому-то будет интересно. Ведьмак 2, 11 года, и Mass Effect 2, 10 года. Mass Effect, ребят, я не играл, но я тоже видел. Ну, не знаю, вот честно говоря, вся эта, все вот это вот космическое, все такое, не знаю, мне как-то не особо нравится, поэтому Ведьмак 2 я тоже видел, но я не смотрел прохождение, сам лично в нее не играл, но так мельком видел. Ну, Ведьмак 2, скорее всего, потому что Mass Effect как-то, ну, не знаю, немножко не мое. Это немножко не мое, поэтому выбираем Ведьмак 2. Для меня как-то он даже ближе. Uncharted 3 и A Plague Tale какой-то. Видел пару видосов по вот этой игрушке, да, которая вышла в 2019 году, кстати говоря. И Uncharted. Uncharted, я тоже видал ее, сам лично не играл. Но Uncharted мне как-то ближе, что ли. Здесь, да. В общем, вот это вот, я не знаю, кто это, мать с сыном или сестра, фиг знает, ребят. Они, в общем, спасались от крыс, как-то, не знаю, что там, какие-то дела у них были с крысами, вот с этими вот, которые бегали возле них. В общем, какая-то странная тема,
но как-то не особо понравилось, поэтому, ребят, Uncharted 3 отличная игра, в принципе, ну, интересная. Лично не играл, но видел, поэтому Uncharted 3 берем эту игрушку. Так, что у нас дальше? Alan Wake и, опять же, Super Mario 2 Galaxy, 2010 года. Опять же, Super Mario я не играл, поэтому здесь Nintendo, Wii, не могу ничего сказать. Alan Wake, ребят, в свое время я сыграл, 10-й год, немножко поиграл. Интересная игра, ребят, всем советую, кто не играл, поиграйте, очень даже достойная игрушка, ребят, советую, поиграйте, поэтому выбираем, конечно же, Alan Wake. Так, Call of Duty Black Ops или Dark Souls 3? Black Ops, ребят, я не играл, честно говоря, и не смотрел. Ну, я немножко представляю, да, стандартные почти Call of Duty, которые сейчас очень много клепают. В свое время клепали тоже разные, очень было много новых игр по колде, поэтому, не знаю, как-то Dark Souls... Сложная игра, сложная, но мне кажется, все-таки она поинтереснее будет. Dark Souls 3, выбираем ее. Ее я тоже видел, ну, блин, там просто... Если даже ее стримить, это просто жесть, ребят. Мне кажется, я в обычные-то игры как-то не особо очень хорошо играю, поэтому, мне кажется, стримить там вообще просто будет жопа припеканус еще тот, лютый. Поэтому Dark Souls 3. Как-то немножко поближе. Hitman 16-го года. Тоже немножко я в него поиграл. Достойная игра. Здесь какой-то Тетрис непонятный. Что это такое? Нет, ребят, Тетрис я люблю. Раньше играли в Тетрис. Господи, как же он назывался? Так, по-моему, и назывался, ребят. Дети 90-х, я думаю, меня поймут. Они знают это дело, эту игру. Была такая приставка. По-моему, она так и называлась. Тетрис, там был чисто Тетрис и было очень много разных режимов. Тетрис какой-то новый здесь, ну, 18-го года, ну, такое себе, конечно. Ну, здесь я, нет, ребят, Тетрис я в свое время любил, играл, у меня тоже была эта маленькая приставочка, где был только один Тетрис. Но, опять же, Hitman здесь уже, мы, говорят, ребят, говорим про 10-й, с 10-го по 19-й год. Поэтому Hitman, респект, отличная игра. А что это у нас тут? Inside 2016 года. Опять какая-то странная игра. Не видел, ребят, не смотрел. А вот эту игрушку я видел. Horizon Zero Dawn 2017 года. В принципе, тоже опять здесь какие-то космические, видите, да, какие-то роботы. Это мне не очень близко, поэтому я выберу ее. Про эту игру я вообще ничего не знаю, ничего не буду говорить, поэтому давайте... Выберем это. Опять у нас тут Марио. Супер Марио Мейкер 15-го года. Видимо, здесь можно было создавать какие-то карты, судя по всему. И Fallout 4, ребят, тоже играл еще на старом компьютере на своем. Fallout 4 классно. Не шикарная, но классная игра, ребят. Всем советую, поиграйте. Fallout 4, конечно же, выбираем. Ребят, со всем уважением к Марио. К Марио на Денди. О, ребят, это, конечно, жесть. Doom 16-го года. Я, кстати, посмотрел прохождение полностью. Очень классный шутан. И Skyrim, да? Skyrim 11-го года. Ну, блин, здесь сложно, ребят. Уже сложно начинаются. Уже начинаются небольшие такие сложности. Doom или Skyrim, даже не знаю, ребят. Я играл раньше, когда были еще древние компьютеры у своей тетки, я помню. В Doom. Самый первый Doom на компе. Это был прорыв на самом деле. Это был прорыв в свое время. Но все-таки Skyrim, ребят. Skyrim я тоже чуть-чуть играл. Немножко смотрел прохождение. Skyrim немножко поближе. Был бы Oblivion, я бы выбрал Oblivion 100%. Ну, Skyrim тоже хорошая тема, поэтому выбираем Skyrim. Идем дальше. Red Dead Redemption 2. Не играл, но видел, ребят. Видел. Отличная игра. Divinity Original Sin. Не знаю. Первый раз слышу про эту игру. Ну, неплохо-то, кстати, выглядит. Неплохой арт такой, да. Неплохая заставка. Ребят, кстати, напишите после... Вообще, в комментариях... Что бы вы хотели видеть на канале в качестве прохождения или стрима.
Ну, здесь, конечно, давайте Red Dead Redemption. Очень классная игра, очень графонистая игра, поэтому Red Dead Redemption 2. Классная тема. А что это такое здесь у нас? Super Smash Bros. Ultimate 2018. Да, не знаю, ребят, просто всех собрали. Что здесь вообще происходит? Какая-то дикая вакханалия. Жесть, Пикачу здесь Марио, это что у нас такое? Диско Элизиум 2019. Не знаю, что за игра, ребят, ни разу не видел, не играл, не смотрел. Ну, давайте выберем Марио, раз столько здесь нам предлагают игр про Марио. Тут еще Соник еще и попал. Тут, мне кажется, вообще просто дикий трэш. Я бы даже, наверное, посмотрел на эту игру, довольно-таки интересно. Давайте выберем вот эту вот вакханалию дикую. Ну, просто, не знаю, как-то это ближе мне. Assassin's Creed, Черный флаг и XCOM, кстати, да, ребят, хорошая игра 2012 года. Тоже в свое время я видел ее. Такая, знаете, тактическая стратегия, или как ее назвать. Ну, в общем, кто играл, тот поймет. Или Assassin's Creed, Черный флаг, Black Flag, кстати. Немножко я ее в свое время играл, чуть-чуть совсем, поэтому я выберу ее. XCOM, ребят, тоже хорошая игра, советую, но Ассасин, так сказать, тащит. Это противостояние, ребят. Это уже интересно. Ведьмак 3, Дикая охота 15 года и... та самая, ребят, Shadow of Mordor, которую я тоже... пытался проходить, по-моему, даже, не знаю, на канале сохранилось, нет, две серии, по-моему, выходило в свое время. Хорошая игра, но, опять же, здесь Ведьмак, я тоже играл, стримил еще на более старом компе, один стрим был, потом уже после этого стрима у меня что-то пошло не так с компом, пошло все переустанавливать, переделывать, и, в общем, была морока. Ну, Ведьмак 3... смотрел, ребят, прохождение, играл. Прохождение, ребят, смотрел не полностью, так, немножко всего. Играл немножечко, буквально часа два, наверное. Ну, Ведьмак 3 хорош. Это одна из самых лучших игр, поэтому, конечно же, выбираем его. Prey и Return of Obra Dinn какой-то 18 года. Что она стоит? Почти $20. Почти 1500, да, так грубо говоря. Плюс-минус. И Prey. Опять это космическая, ребят, эта тема. Мне не очень нравится. Но вот эту игру я вообще не знаю. Вообще первый раз вижу. Prey я слышал, видел. Довольно-таки атмосферная игра. Похожа на чем-то на... Господи, как она называлась? Нефир. Ребят, забыл название. Там тоже, похоже, был чувак, тоже в космосе. Очень такая страшненькая игра. В общем, я думаю, вы поняли, да? Можете написать в комментариях, о чем я говорил. Ну, здесь я, ребята, выберу Prey, потому что Prey как-то немножко поближе, что ли, мне. Mass Effect 3 2012 года и Assassin's Creed Origins. Origins, ребята, я тоже немножечко поиграл. Интересная, но опять же, интересная игра. Блин, Ubisoft их постоянно штампует, стабильно штампуют всегда. Хотят заработать больше денег. Ну, здесь, наверное, Mass Effect, ребят, я слышал о ней, но не видел, вот скажу честно. В Origins я играл, в принципе, неплохая игра. Опять же, конечно, она плохо, очень плохо оптимизируют свои игры, Ubisoft стараются как можно скорее, почти каждый год, да даже не почти, по-моему, каждый год они выпускают новую серию игр, поэтому Одиссея вот тоже, да, вот вышла, блин, буквально один за одним сейчас они выходят. Ну, ребят, я играл в Origins, поэтому выберу ее. Far Cry 4 и Battlefield 1. Battlefield 1 тоже немножко я смотрел в свое время, довольно-таки интересный шутан, но Far Cry 4 в свое время даже поиграл в нее, поэтому Far Cry 4 как-то поинтереснее, поэтому возьмем ее. Так, идем дальше. Fist of War of Mine, не знаю, что за игра. God of War
2010 года, старенькая игра. Ребят, смотрел прохождение очень давно. Игра достойная, прям вышка, поэтому выбираем ее, конечно же. Про эту игру я вообще ничего не знаю, даже не видел ее, поэтому God of War, конечно же. Очень эпичная игра. Batman Arkham City 2011 года. Batman, ребят, я вообще не играл, вообще не смотрел. Эта тема мне не интересна. Не знаю, Batman вообще кому-то может быть, не знаю, кому-то возможно интересно, но не для меня. Batman, не знаю, как-то... Я лучше поиграю в Человека-паука, чем в Batman'а. Не знаю, в свое время как-то Batman не зашел, поэтому пропускаем его. Battlefield 3. Выберем его. Выберем его. Так, Metro Exodus, Uncharted 4. Ну, ясен красен, ребят. Metro Exodus, Metro Исход. Одна из самых лучших частей. Одна из самых лучших игр 2019 года. Поэтому выбираем, конечно же, ее. Тем более, сейчас мы пытаемся с вами пройти ее на канале. Интересная игра. Очень достойная. Metro Исход, конечно же. Так, The Last of Us, смотрел тоже прохождение, давно-давно это было, очень классная игра. Bloodborne не играл, вообще в эти две игры я не играл, только видел. Итак, Bloodborne тоже похож он чем-то на Dark Souls, но не знаю, тоже довольно-таки сложная, насколько я знаю. The Last of Us как-то ближе, поэтому выберем ее. И в свое время, когда она вышла в 2013 году, была очень крутая, очень классная графика. Вообще было четко. Поэтому The Last of Us, респект. Final Fantasy не играл, скажу честно. И здесь Frostpunk какой-то, 18-й год. Не знаю, ребят, что за игры. Ну, возьму, не знаю, Frostpunk пусть будет. Ну, просто так, чтобы пройти дальше. Red Dead Redemption Game of the Year Edition. Тут, я так понимаю, были какие-то серии, точнее, DLC, скорее всего. Там надо было отбиваться от зомбарей, где-то я это и видел. И, скорее всего, просто сюжет здесь у нас стандартный. Journey 2012 года, не знаю, что это такое. Какой-то инди-проект, скорее всего. Ну, видите, да, ребят, такие, блин, как-то не особо такие игры заходят, поэтому... Red Dead Redemption я видел, но не проходил, поэтому выберем его как-то все равно ближе. Как-то это делаем не поближе. Life is Strange, ребят, тоже очень интересная игра, хотя я сам ее не проходил. Что-то наподобие Telltale Games, я думаю, кто знает, Ходячие мертвецы и все такое, выбор... В общем, выбор диалогов, все такое... Тоже интересная, но как-то, не знаю, в свое время она мне не зашла. Не знаю, что-то не то, в общем, ребят. Я так только ее немножко видел, мельком прохождение не смотрел, сам не играл. И Alien Isolation 2014 года. Классная игра, ребят, всем советую, поиграйте. Смотрел полностью прохождение, немножко сам поиграл. Чуть-чуть как-то в свое время. Поэтому Alien Isolation. Респектос, так сказать. Gears 5. О, ребят, как-то я помню давно. Какого на года вот здесь? Какого года? Непонятно, не написано. Как-то давно-давно, ребят. Я помню некоторых героев. Кто-то из этих героев, кто-то из этих брутальных мужчин. Я играл за него. Игрушка. Не знаю, какая это была Gears, но точно не 5, скорее всего. Игрушка довольно-таки интересная, такая брутальная, знаете. И Dark Souls 2. Ну, все-таки, наверное, Dark Souls. Как-то все-таки легендарная игра. Тоже смотрел ее, поэтому лучше. Лучше Dark Souls 2, как по мне. Бэтмен, опять Бэтмен. Бэтмен вообще, ребята, отпадает. Не знаю, не моя тема. Вы как хотите, но это не мое. Heavy Rain смотрел. Интересно все сделано. Опять же, выбор диалогов и все такое. Поэтому Heavy Rain. Интересный проект. Ребят, опять же, некоторые игры я смотрел, но не полностью. Буквально там, не знаю, пару серий. Некоторые, конечно, смотрел полностью. Некоторые так только немножко поглядывал. Heavy Rain — интересная игра, на самом деле. Зельда. Многие говорили про Зельду. То, что интересная игра, стоит в нее поиграть. Но так мои руки для нее и не добрались. Astral Chain 2019 года. Что это? Какое-то аниме.
ребят, аниме не мое, говорю сразу. Есть много анимешников, которые любят это дело, да, но аниме не мое, такое себе. Поэтому пусть будет Зельда, не знаю. GTA 5, Monster Hunter какой-то у нас тут непонятный, какой-то крокозябра здесь у нас нарисовано, не знаю. И GTA 5, GTA 5, конечно, GTA 5, ребят, это пушка, буря. В 13 году она вышла, это, конечно, капец. До сих пор в нее играют, как GTA San Andreas, GTA 5, GTA 4, конечно, играют не так много. Но GTA San Andreas, есть много серверов. RP-сервера, GTA 5 тоже имеются RP-сервера. Кстати, ребят, если вам интересно, возможно, как-нибудь на стриме или на запись поиграем в GTA 5. У меня она тоже имеется. Успел урвать в Epic Games. Бесплатно раздавали ее. Я помню, кто знает, тот поймет. Да, был дикий хайп. Даже сервера, по-моему, даже, по-моему, сам Epic Games сломали, был очень дикий наплыв на эту игру, все пытались ее скачать, и я все-таки урвал, успел. Поэтому, ребята, если кому интересно, можно будет поиграть GTA 5 RP, так сказать, отыграть свою роль как-нибудь на стриме или же на просто под запись. Я думаю, это будет тоже довольно-таки интересно. GTA 5, конечно же. Супер Смэш опять какой-то, опять здесь, ребят, просто дикая вакханалия, опять всех собрали. Paper Place 13 года, кстати, много про нее говорят, стримеры, летсплейщики, многие про нее говорили, довольно-таки интересная игра, но опять же, я в нее не играл, я ее не видел, поэтому, не знаю, ну пусть будет так, окей. Так, Deus Ex и Divinity 2 Original Sin 17 года. Блин, Deus Ex, ребят, не смотрел, не играл, не знаю, что это, про что это вообще игра. Ну, просто Divinity как-то мне кажется поинтереснее будет, поэтому давайте выберем ее. О, ребят, Days Gone и Halo 10 года. Halo, ребят, хотя мне не нравится, да, вот, я вам говорю, мне не нравятся всякие космические, вся космическая тема, не особо как-то мне заходит эта тема. Возможно, уже вырос с этого, не знаю, ребята. Но Halo была интересная игра. Не знаю, эта игра 10-го года или другая, я даже в нее играл. Довольно-таки достойная игрушка, ребят, советую. Days Gone, смотрел полностью прохождение. Интересная игрулька 19 года. На Сонику 4 она выходила, поэтому Days Gone хороша была. Хороша. Выберем ее. Вот, ребят, Dead Space, ребят, точно, Dead Space. Вот та самая игра, которая была похожа, которая похожа на Prey, что-то у них общее есть, космическое. И Destiny, не знаю, ребят, не видел, честно говоря, но тоже много о ней говорили в свое время. Но Dead Space как-то для меня поинтереснее, поэтому Dead Space 2. Даже, ребят, страшноватая игра, хотя там вид от третьего лица, но все же как-то вот так. Gone Home 13 года, что это вообще такое? Чем-то похоже на Ходячих мертвецов. Дом Клем, помните, да, был? От Telltale Games. Что-то... Тут еще было дерево, конечно же. И домик был на дереве. Блин, как это было давно, а? Первая часть. Это было сильно. Но здесь Death Stranding тоже видел. Очень классный проект. Не играл, конечно же, но видел. Конечно же, выберем ее. Идем дальше. Что у нас тут? Portal 2, Resident Evil смотрел полностью прохождение. Поэтому Portal 2 тоже наслышал. Навидан, так сказать. Но не люблю, ребят, игры, где очень много загадок. Для меня это очень сложно. Не знаю. Возможно, я такой затупок. Но как-то не особо мне это интересно. Resident Evil 7, конечно же. Biohazard. Persona опять тут. Это что-то аниме. Halo 4. Ну, Halo 4 выберем. Пусть будет так. Идем дальше, ребят. Уже 36-е, ребят, у нас голосование.
Devil May Cry и Overwatch. Overwatch, Overwatch тоже видел до сих пор. Последний день сейчас играю в Overwatch. Интересная игра, но сам лично не играл. Так только видел мельком. Devil May Cry играл в старой версии. Это было сильно, это было мощно. Давайте, наверное, выберем Devil May Cry. Чисто так, из-за уважения. Старая-старая игра. Ребят, советую. Devil May Cry 19 года не играл, но играл в более старой версии, когда, ну, это было давно-давно. Поэтому Devil May Cry — интересная тема. Так, что у нас тут? Dragon Age и какой-то фест 2019 года. Dragon Age, конечно. Dragon Age — интересная игрулька. Лично не играл, но немножко видел, поэтому выберем ее. Справа вообще не знаю, что тут какая-то детская игра была. Ходячие мертвецы, ребят, вот о чем я говорил. Добралась эта игра и сюда, от Telltale Games. И здесь Rayman, ребят, тоже. Когда учился, помню, в третьем или в четвертом классе, мы ходили в гости и играл Rayman. Там еще была другая, старая версия. Rayman тоже оставил небольшой след, так сказать, в моей памяти, но все-таки «Ходячие мертвецы» — это тема, прям очень классная игра, ребят, всем советую, кто не играл. Концовка, конечно, просто, я думаю, даже любой мужчина, пусть и слезу, не буду спойлерить, но, конечно же, «Ходячие мертвецы». Так, Assassin's Creed 3 и Bayonetta какая-то. Оу май. Ну, Bayonetta, я не знаю, что это такое. Возьмем Ассасина. Cuphead, ребят, играл Cuphead. Кто помнит, было пару, по-моему, был стрим или даже пару, или даже какой-то видос был на канале. Cuphead — сложная игра, нужно ее задрачивать, но вот это вот антураж, да, как там все сделано, довольно-таки интересно. Ну, такая сложная игра, но прикольная. Очень классно сделана, проработана. Здесь ее история какая-то, не знаю, что это такое. Это, скорее всего, насколько я понимаю, сейчас тоже начали делать такие игры. Якобы игрофильм, ребят. Игрофильм, якобы, или как она, кинофильм, как назвать, не знаю, ребят. Киноигра. В общем, там выступают живые люди, и мы тоже выбираем различные действия. Не знаю, Cuphead все равно как-то ближе мне, поэтому выберем именно ее. Subnautica. Не смотрел, но видел, ребят. Тоже очень много положительных отзывов. Говорят, игрушка интересная, достойная, подводный мир, все дела. Sekiro. Вот это вот тоже, ребят. Sekiro тоже видел. Очень красивая игра, очень достойная, очень тоже она сложная. Но, блин, Sekiro, я не знаю. Вот эта вся тематика, ребят, японская, китайская, все вот эти игры мне как-то вообще не заходят, как и космическое все вот это. Поэтому я выберу Subnautica все-таки. Как-то ближе она мне, что ли. Нио! 2017 года. Не знаю, что за игра, не видел. И Resident 2 ремастер, да, самых первых частей. Тоже смотрел ее. Интересно все сделано, очень круто проработано. Графонистая вещь. Прикольно, ребят, ну прикольно, мне нравится. Поэтому я выберу Resident. Что это такое? Господи. Так, ну здесь опять чувствуется аниме. Че, пацаны, аниме? Ну, здесь что-то вообще какая-то вакханалия происходит. Не знаю, что за игра. Чем-то она напоминает мне серьезного Сэма. Тоже какой-то дикий трэш тут происходит. Я выберу, наверное, ее. 14 года игра. Fire Emblem Free Houses. Понятно. В общем, не знаю, ребят, что за игры. Я выберу просто, ну, чтобы проголосовать. Sleeping Dogs или Jedi Star Wars. Кстати, вот, да, ребят. Все эти инопланетные, все эти игры, да, есть, конечно, исключения. Это Star Wars, ребят. Star Wars очень. Именно вся. Я, ребят, говорю сейчас про все. Про игры, про фильмы Star Wars. Очень-очень интересная тема. Всем советую поиграть, посмотреть. Я смотрел. Не играл лично, смотрел
немножко пару серий по Джеди, по этой вот игре. Очень классно она сделана, поэтому... Ну, Sleeping Dogs, ребят, тоже хорошая игра. Тоже в свое время я видел ее. Интересненько. Но Джеди здесь как-то все-таки поинтереснее смотрится, поинтереснее. Поэтому выберем ее. Tomb Raider и... Dishonored? Не знаю, ребят. Не видел эту игру. Ничего о ней не знаю. Tomb Raider как-то поинтереснее... Смотрел чуть-чуть, поэтому выберем ее. О, что это такое? What Remains of Edith Finch. И... Калест какой-то. Или Целест. Не знаю, что за игры, поэтому просто проходим дальше. Gears of War 3. Возможно, в нее я в свое время играл. Не знаю, помню такого вот мужика, по-моему, игра идет от третьего лица. Я играл немножко. Давно, ребят, было это. Не знаю. Ну, здесь. Здесь Rocket League. Футбол на тачках. Тоже прикольная игрушка. Но я выберу здесь Gears, ребят, все-таки. В свое время как-то поиграл. Так, ну здесь у нас тупо аниме-тяночки. Нейр, автомата. Байонета опять это байонета светит своим S, так сказать. Ну, я выберу вот эту, мадам. Пусть будет она. Марио, и здесь у нас что? Titanfall 16 года, Titanfall 2. Что за игры, я вообще не знаю. Но здесь Mario Kart, я так понимаю, гоночки, да? Давайте выберем гоночки, я тоже не играл, не знаю. Dark Souls, самая первая часть... Dishonored. Все-таки Dark Souls. Dark Souls поинтереснее. Fortnite и Легенда Зельды. Skyward Sword. Какой-то у нас тут. Ну, Fortnite, ребят, тоже в свое время играл. Был интересный проект. Когда только-только она вышла, я буквально успел в нее сыграть. Поэтому Fortnite как-то немножко мне поближе все-таки будет. The Outer Worlds. Тоже много о ней говорили. Много слышен. И LA Noir. Блин, вот эта вот игрушка, я, ребят, в свое время тоже поиграл в нее. Детектив, так сказать. Нужно расследовать, что, кто убийца, искать, всех допрашивать. В свое время была очень интересная мимика лица сделана. Мне кажется, даже был некий прорыв в то время. Поэтому LA Noir, ребят, как-то поближе мне эта тема. Max Payne 3, God of War 18 года, блин, тоже хорошая игра, смотрел God of War прохождение, очень классно она проработана, и играл, ребят, не смотрел прохождение, играл лично Max Payne 3, прохождение даже было на канале в свое время, но Max Payne 3 как-то мне немножко поближе, поэтому выберем его. Классная игра, ребят, всем советую. Tomb Raider, опять Марио, сколько, ребят, уже сегодня было Марио, наверное, штук 6 точно было. Марио. Tomb Raider выбираем, конечно же. Опять у нас тут Зельда. Астробот какой-то у нас тут непонятный. Непонятно. Выберем Зельду. Не играл в нее, но наслышан. Modern Warfare, ребят. Modern Warfare, у меня уже начинает язык заплетаться. Call of Duty, Modern Warfare. Не играл. Но знакомые лица, ребят, я вижу. Поэтому это вообще Metal... Metal Gear Solid 5. Тоже наслышан о ней, но не видел. Modern Warfare, конечно же. Братья, Brothers, The Stanley Parable какой-то. Про братьев я тоже немножко видел. Не знаю, что за игра была справа, выберем их. Так, Superhot и The Last Guardian. Смотрел немножко, ребят. Мне показалась какая-то вообще бредовая игра. Мне вообще она не понравилась. Суперход интересный такой мочилово. Нужно успевать на время. Успевать в тайминге. Поэтому суперход вперед. Control 19 года. Смотрел я немножечко ее, видел. Но тоже как-то не особо зашло. А Spider-Man 18 года. Вперед. Спайди. Проходит дальше. StarCraft 2. Нифига себе, ребят, это, конечно, сильно.
и BioShock Infinity. Infinity играл, тоже, ребят, играл. Пошел не полностью, но немножко в нее успел поиграть. StarCraft, блин, не знаю даже. Ну, ребят, наверное, лучше StarCraft, не знаю, как-то поближе мне, что ли. Можно ее назвать классикой. Тупо классика. Hellblade немножко видел, не понравилась она мне. XCOM 2 интересный проект, нужно обдумывать каждое решение, поэтому XCOM 2 вперед. The Witness, что это такое? Господи. Undertale, кстати, тоже много про нее говорили. Не знаю, не видел, но выберем ее. Wolfenstein 2 против Борды. Огнезвезд, привет тебе, если ты, конечно, смотришь. Ну, не знаю, мне, ребят, не нравится Wolfenstein, вот честно говоря. Ни предыдущей части, ни новые. Не знаю, это все, мне кажется, какой-то бред, там, какие-то фашисты. Что вообще, зачем? Мне кажется, вообще полная хрень. Не знаю, мне она не нравится. Тут лучше уж Борду тогда. Борда, конечно, мне тоже не особо нравится. Слишком все мультяшно. Было бы не так мультяшно, я бы в нее, конечно, поиграл. Не знаю, слишком-слишком мультяшно. Far Cry 3, ребят. Проходил я ее для себя. Очень классная игра. Что такое безумие? И PUBG. PUBG, PUBG. Даже не знаю, слушайте. PUBG я не играл, но видел. Как же, блин, столько народу в нее играет. Даже не знаю. Сложный выбор, на самом деле. Кстати, у нас переходим с вами на следующий этап уже. PUBG или Far Cry 3. Блин, классные игры. Сложно, ребят, сложно. Все-таки Far Cry 3. Я прошел ее, я знаю. Fortnite, Modern Warfare, знакомые все лица. The Last of Us, ребят, проходит дальше, конечно же. Cuphead, ну, не знаю, выберем эту игру. Max Payne, Skyrim, блин, сложно. Жалко, что не было Oblivion в этом голосовании. Max Payne, Skyrim, блин, Max Payne тоже классная игра, но все-таки Skyrim полегендарнее, поинтереснее, хоть я ее в свое время играл совсем чуть-чуть в начале, не смотрел прохождение, но я знаю, что такое Skyrim, все-таки Skyrim, конечно. Так, идем дальше, Fallout New Vegas или Forza Horizon 2, блин, гоночек, кстати, вообще не было здесь, был только один Марио. Forza Horizon, ну, блин, New Vegas тоже классная игра. Выберу, ну, все-таки, ребят, выберу New Vegas, как-то поинтереснее все-таки. Dark Souls, эту игру я не знаю, что это такое вообще. Dark Souls первая, та самая. Суперход, Человек-паук, не знаю, как-то давно уже не играл. Red Dead Redemption 2 против Ходячих Мертвецов. Ну, блин, в Red Dead Redemption классная игра, я видел, очень классно она сделана, блин. Восток, да, все прям круто, ковбои, все такое. Но Ходячих-то я прошел. Финал, ребят, просто цепляет душу, за душу берет, так сказать, поэтому Ходячие Мертвецы проходят дальше. Так, опять у нас тяночка какая-то у нас тут интересная. И Резидент, конечно же. Хорошая игра была, довольно-таки страшная моментами. Так, ну здесь дикая вакханалия, кого только нету. God of War проходит дальше. God of War. GTA 5, конечно же, идет вперед. О, тут тоже вот интересно. XCOM 2, блин, тоже интересная игра. Ну, блин, выбор такой. Ну, все-таки Ведьмак, ребят, Ведьмак тащит. Кстати, ребят, кто не смотрел сериал Ведьмак, посмотрите обязательно, не пожалеете. Очень классно. Да, есть небольшие разногласия, по-моему, по книге там что-то не так, по самому сериалу, но Ведьмак 3. Посмотрите сериал, ребята, посмотрите сериал. Сериал очень крут, очень классный. Assassin's Creed Origins,
Да, как-то поближе будет. Так, Fallout 4 и Devil May Cry. При всем уважении, ребят, Devil May Cry, Fallout 4. Да, Devil May Cry тоже есть аниме, да, но я в свое время играл, игрушка была прям топовой. Dark Souls 2, братья. Не, братья тут у нас отпадают и идут пить чаечек с пряниками. Subnautica Battlefield 3. Батлу выберу. Как-то она поближе мне. Gears 3, Dark Souls 3. Ага. Ребят, интересно, да? Так, совпало у нас. Dark Souls 3 проходит вперед. Мне кажется, намного интереснее, чем Gears. Far Cry 4, конечно же. Здесь Марио гонки не играл даже. Не знаю, не видел. L.A. Noire. Вот это, ребята, игрушка интересная. Надо будет ее посмотреть на Ютубе. Что за игра вообще такая? Что за вакханалия там происходит? Необычно. Но здесь, конечно, L.A. Noire. Очень интересная. Metro Exodus, естественно, проходит дальше. Здесь у нас... блин, тут сложно. Hitman и Jedi. Блин, ну Jedi... Fallen Order. Интересная игра, ребят. Советую, тоже поиграйте. Я сам не играл, но я видел. Игрушка прикольная. Обязательно сыграйте. Но здесь я за Лысого из Brothers, пожалуй. Days Gone против Ведьмака 2. Ведьмак 2 я как-то не особо с ним близко знаком. Да, игра уже совсем старая, не знаю, как-то видел я. Видел это дело, но лучше Days Gone все-таки. Не знаю, как-то мне она больше понравилась. Эти орды, ребят, да, кто смотрел, кто играл, тот знает. Эти орды, нужно было от них отбиваться, это была просто жесть. Это был капец. На самом деле, их там очень много было, этих зомбарей, поэтому Days Gone. Так, и что? Что у нас тут? Dead Space 2. Опять-таки, смотрите, у нас встретились, да? Вне нашего земного шара встретились где-то там, во вселенной. Все-таки Alien Isolation, как по мне, поинтереснее будет. Heavy Rain. Проходит дальше. И здесь Death Stranding. Да, все-таки игрушка хороша, поэтому я выберу ее. Resident Evil 2 ремейк или Черный флаг? Резидент все-таки, ребята, поближе, поэтому выберем его. Uncharted 3, блин. StarCraft 2. Все сложнее и сложнее становится. Сложнее и сложнее. И все-таки, ребят, StarCraft 2 это классика, поэтому возьмем ее. Зельда или Prey? Ну, Prey я хотя бы видел, Зельду я не знаю. Но говорят, тоже интересная игра, поэтому возьмем Prey. Alan Wake и Борда. Borderlands. Да, я тоже, ребят, знаю то, что много фанатов у Borderlands, Огнезвезд. Извини меня, но слишком много мультяшности. Не знаю, мне это как-то не очень нравится. Я возьму Alan Wake. Тем более я в нее играл. Поэтому возьмем Alan Wake. Ой, это эти игрушки. Блин, ну я не знаю, я их не играл, но говорят, очень классные игры. Поэтому возьмем Undertale. Как-то больше он у меня на слуху. Far Cry 3, конечно же. И дальше. И Hello. Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3. Да. Assassin's Creed. Что-то у меня уже все, я уже начинаю заговариваться. Третий Ассасин, блин. Ассасин Откровение, Revelations, я помню, проходил, это было вообще четко. Концовка там, конечно, просто лютая. Эцио, Альтаир и все это совокупности, они там встретились, но это было очень сильно. Потом уже, третья часть еще была хороша, потом уже началось, не знаю, что-то не то пошло с ассасином, поэтому, ну, выберем здесь третью часть. Она еще была такая прям достойная, интересная. Resident Evil идет дальше. Проходит она. Days Gone, Modern Warfare. Прости, старина, прости, но здесь Days Gone. Как-то я не знаю. Больше нам не зашла. Выберем ее. Dark Souls, StarCraft 2.
StarCraft, извини, старичок, но Dark Souls все-таки, мне кажется, поинтереснее будет. Суперход так быстро у нас отлетает. Конечно же, Ведьмак проходит вперед. Здесь без вариантов. GTA 5, естественно. Dark Souls, первая часть и Ходячие мертвецы. Ну, Dark Souls уже прошел у нас, поэтому Ходячие. Из уважения к Ходячим. Так, что у нас там? У нас загрузка идет, долгая загрузка. Вот и, ребят, встретились ассасины. Assassin's Creed 3 как-то поинтереснее, мне кажется, в свое время была, поэтому выберем ее. Ну, по крайней мере, для меня, ребят, не знаю, как вам. Hitman и Skyrim. Блин, Hitman тоже, конечно, лысый мужчина, легендарный мужчина. Очень тоже много частей у него было, очень много интересных частей. Я еще в детстве в него играл, я помню. Но здесь все-таки Skyrim, ребят. Skyrim, The Elder Scrolls, наше все. Но Hitman тоже хорош, в любом случае. Alan Wake или Resident... Блин, не знаю, сложно, ребят. Здесь сложно. Ну ладно, ребят. Alan Wake я прошел, поэтому возьму его. Играл давно-давно, в свое время, я помню. Поэтому возьмем Alan Wake. Прости, Резидент, но ты чуть-чуть не дошел. Fallout New Vegas, две такие суровые выживалки у нас встретились, и Метро Исход. Ну, конечно же, Метро, ребят. Метро, о чем речь? Это и понятно, я думаю. Так, ну что, ребят, у нас осталось немножко. Prey, Alien Isolation, естественно. Очень атмосферная игра. Очень стремновато местами, когда появлялся Чужой. LA Noir против Death Stranding. LA Noir, ребят, для меня ближе. Это чисто мой выбор. Undertale, Far Cry 3, естественно. The Last of Us, Fallout 4, блин. Тоже сложно. Не, ну здесь The Last of Us пусть будет. Да, The Last of Us. God of War против Dark Souls 2. Dark Souls у нас уже есть, очень, прям три части здесь, сюда запихали, поэтому из уважения God of War, старенькой 10-го года игрушки, я отдам дань уважения, так сказать. Ну, интересная игра на самом деле. Очень классная была игра в свое время. Far Cry 4, Heavy Rain. Heavy Rain возьмем. Heavy Rain. Alan Wake против Alien Isolation. Блин, тут, конечно, уже, да, все сложнее и сложнее. Осталось, ребят, 16 претендентов на лучшую игру. Так. Все-таки, ребят, Alien Isolation. Все-таки выберу ее. Так, Days Gone, Far Cry 3. Блин. Ну, блин, ребят, говорю сразу, эти игры для меня почти равны. Но все-таки Far Cry 3, все-таки безумие и все такое легендарное дерьмо, поэтому берем Far Cry 3. Dark Souls 3 и Skyrim. Вот эта встреча, конечно, вот эта встреча прям такая, да? Знаменательная. Ну, здесь Dark Souls, извини, здесь ты уже отпадаешь. Берем Skyrim, ребят, Skyrim все-таки... Все-таки поинтереснее. Heavy Rain против Ведьмака. Ведьмак идет вперед. Конечно же. Так, сойдем дальше, ребят. Осталось совсем чуть-чуть. Ребят, я вам сразу сказал, готовьте чаечек, что-нибудь пожевать, потому что серия будет прям такая длинненькая. LA Noir против Резидента 7. Ну, здесь Резидент все-таки берет свое. Очень классно была проработана, очень интересная игра, поэтому Resident 7. Блин, помню, как убивали этого старого, как его там звали, не знаю, как его, не помню, как его звали, но это вы поняли, да, в Resident 7, как его 20 раз вылили и никак не могли убить этого старого папашу, блин. Добро пожаловать в семью. Welcome to the family, я помню. Он сказал ему и дал по щам. Просто вырубил жестко. God of War и Assassin's Creed 3. God of War — шикарная игра. Очень классная, ребят.
Всем советую, опять же. Хоть она и старая, но очень классная. Но здесь уже Ассасин проходит дальше. Идем вперед. Что у нас тут? Кто дальше? Ух, блин, вот это, конечно... Я думал, это будет в финале. Думал, это будет в финале, но нет. Блин, ребят, очень сложный выбор. Очень сложный выбор. Ну, давайте я сделаю так. В общем, две игры просто, ребят, шикарные. Поэтому... GTA 5 или Metro Исход? Блин, сложно, ребят, сложно, сложно. Жесть, как сложно. Ну, придется сделать выбор, ребят, в любом случае. Блин, не знаю, ребят, не знаю. Тяжело, тяжко. Тяжко, непонятно. Сложно, сложно. Ребят, в любом случае, эти две игры просто очень классные, очень шикарные. Просто великолепные. Всем, ребят, советую, поиграйте. Но, блин, не знаю, ребят, даже не знаю. Блин, GTA вышла в 2013 году, прошло 7 лет, в нее до сих пор играют. Охренеть. Метро Исход. Блин, даже... Ну ладно, ребят, Метро Исход, извини меня, братишка. Но я выберу все-таки GTA 5. GTA 5. Эх. Тяжело было, ребят. Тяжело было выбрать. Так, ну тут у нас интересная битва парочек, да, получилась? The Last of Us или Ходячие мертвецы? The Last of Us тоже очень классная игра, но... Ходячие, ребят, Ходячие мертвецы просто запали в душу, поэтому я выберу их. Я выберу их. Alien Isolation против Ведьмака, ребят. Скоро уже финал. Ну здесь Ведьмак все-таки. Все-таки Ведьмак проходит дальше. Resident Evil и GTA 5. GTA 5? Да, GTA 5 все-таки поинтереснее будет. Так, ну здесь Skyrim все-таки проходит дальше. Да, Skyrim поинтереснее. Классика, так сказать. Far Cry... О, ребят, Far Cry 3. Ходячие мертвецы. Все-таки ходячих, ребят. Ходячих я беру. Так, ну что, ребят. Пошла у нас... Пошла битва. Битва самых таких мощных... Мощных, ультра-жестких игр. Skyrim, Ведьмак 3. Блин, ну очень жесткий, ребят. Очень жесткий выбор. Очень тяжело. Skyrim. Ну, блин, учитывая... Я не знаю, ребята, я не знаю. Ведьмак 3 одна из самых лучших игр, на самом деле. Как и Skyrim. Как и Skyrim. Ладно, ребят, все-таки... Блин, я не знаю, сложно, ребят. Просто, ладно, просто выберу... Две шикарные игры. Просто выберу Ведьмака. Не знаю. Ходячие мертвецы... Здесь уже на этом этапе у нас отпадают Клементина, Ли. Пора с вами прощаться. GTA 5. Так, ну и что, ребят, финал. Финал, ребят, у нас тут. GTA 5 против Ведьмака. Сложный выбор. Но опять же, ребят, всем советую поиграть в то и в другое. Не ошибетесь и получите много... положительных эмоций, тем более сейчас GTA 5 онлайн можно играть, прям все работает, разработчики не бросают это дело, все функционирует, GTA RP, GTA просто онлайн, там тоже есть задания, можно все выполнять. Ну, Ведьмак 3 тоже 15-го года игра и до сих пор, смотрите, держится, да, как и GTA 5, офигеть. Но в свое время я просто, когда только-только игра вышла, GTA 5, я просто, блин, я не мог лично в нее поиграть, но я смотрел прохождение. Где-то, наверное, пол игры я посмотрел. У всех просто был шок, просто был хайп лютый на GTA-шке 5. Поэтому Ведьмак 3 просто шикарная игра. Ну и GTA 5 здесь, не знаю, как-то... Немножко уже все-таки держит планку GTA 5, поэтому я выберу GTA 5. Все, ребят,
Голосование у нас с вами закончилось, и где-то там можно было посмотреть. А вот, призовы места. Сейчас глянем. GTA 5, ребят, на первом месте. Вот, смотрите. Тут есть статистика голосования. Люди голосовали за лучшие игры. Давайте посмотрим, что вообще тут выбрали. Первое место — Ведьмак 3. Я не удивлен. Дальше у нас идет The Last of Us. В принципе, все понятно. Red Dead Redemption 2 высоко очень поднялась, посмотрите. Игра вышла в 2018 году. И до сих пор она остается очень требовательной. Очень-очень требовательной. Много нужно. Нужно топовое железо, чтобы было стабильное 60 плюс FPS на максималках. Поэтому тоже не каждый компьютер, знаете, тянет Red Dead Redemption. Не каждый. GTA 5 у нас всего лишь на 4 месте. Skyrim, это понятно. Fallout New Vegas, кстати, очень высоко поднялся. Неожиданно. God of War, хорошая игра. Dark Souls, что-то как-то немножко низковато он спустился. Скорее всего, связано из-за сложности. Не знаю, кто-то, может, просто не любит такую стилистику древнюю. Поэтому так низко поднялся, точнее, спустился у нас Dark Souls. И Человек-паук. Как-то он так высоко поднялся. Нифига себе. Нежданчик. И Far Cry 3, ребят. Far Cry 3 тоже далеко. Высоко очень поднялся. Поэтому достойно. Достойно, достойно. Так, давайте пролистаем еще дальше. Что там у нас в следующие игры? И кто прошел? Метро. Метро Исход, кстати, почему-то он очень низко спустился. Метро Исход. Хотя игрушка очень классная. Блин, странно. Очень странно. Bloodborne, ребят, тоже, смотрите, довольно-таки высоко поднялся. Вот это вот... Вот эта тянка анимешная, что она вообще здесь забыла? Что она тут делает? Надо будет посмотреть, что за игрулька. Ходячие мертвецы, вот это приятно. Вот это приятненько. Ли с Клементиной поднялись довольно-таки высоко. Это круто. Mass Effect 2, Uncharted идет. Эх, что тут у нас? Horizon. Или... Вот, кстати, Зельда, да. Про Зельду тоже много говорили. Bioshock Infinite, кстати, высоко поднялся. Не ожидал. И Portal 2 тоже довольно-таки высоко поднялся. Во, ребят. Ну вот, как-то вот так. Сайт, я не знаю, то ли японский, то ли китайский. Видите, здесь какие-то иероглифы, непонятно. Но, ребят, вот такое у нас было голосование. Это лично мое мнение. Конечно же, когда уже под конец, да, очень было сложно что-то выбирать. На самом деле, игры там очень много достойных игр. Тот же самый Метро Исход. Я думал, он попадет в топ. Топ-2. Будет бороться за финал. Но немножко все-таки Метро отпустился вниз. Очень много хороших игр. В конце было очень сложно, ребят. Всем советую поиграть в конце голосования. GTA 5, Ведьмак 3, Метро Исход. Кто не играл, играйте. Конечно, ребят, поиграйте еще Ходячие мертвецы от Telltale Games, вот в эту вот игру. Не каждому она тоже заходит, но мне зашла в свое время. Проходил ее очень и очень давно. Прохождение даже есть на канале. По-моему, даже с нее я и начинал. Или нет. Ну, в общем, кому интересно, можете там пролистать с самого начала новые, точнее, старые видосы. Там... Качество было просто... Ребята, я только-только начинал. Голос был вообще не мой. Я там вообще, не знаю, всякую херню нес, всякую ахинею. Кому интересно, кто хочет поугарать, просто пролистайте, зайдите на канал, зайдите во вкладку видео и выберите старые видосы. И вы там просто охренеете. Это абсолютно два разных человека. Ну все, ребят, как-то вот так. Сегодня у нас GTA 5 на первом месте. Если вам это интересно, если вы хотите увидеть GTA 5, кстати, на канале... поиграть там в какую-нибудь RP, отыграть какую-нибудь роль на сервере, то пишите об этом в комментариях. И как-то вот так, ребят. Кстати, да, пишите тоже в комментариях, какая вам игра больше всего нравится из того, что мы сегодня увидели. Будет очень интересно почитать. Все, ребятушки, я с вами прощаюсь. Вот такой у нас вышел долгий видос на целый час. Но это было интересно, ребят. Мне понравилось, не знаю, как вам, но это было круто. Всем спасибо, кто остался до конца, кто смотрел. Ребят, всем спасибочки. Спасибо за внимание. Мы с вами услышимся в следующий раз. Пишите, оставляйте комментарии. Всем удачи, всем пока. С вами был Гореха. Пока-пока.